Люда. Вот так и купаемся. Рот закрываем. Ну что, уже не холодно? Холодно тебе еще? Ох, тоже там. Мама сушит чеснок. А мы сейчас потихоньку. Никита на раскладушке улегся. Хорошо у бабушки, да? Милана только проснулась. Они накупались в бассейне перед сном. Мы сейчас потихоньку уже будем собираться. Потому что дома еще дел куча. Надо Никиту подстричь. Люда хотела подстричься. Вон я рыбу наловил. Сейчас покажу. Вот такую рыбу наловил я. Маме оставим и себе возьмем домой. Так. Дедушка нам набрал полный бассейн воды. Но вода все равно холодная. Были грозы, дожди. Холодная вода. Водичка холодная. Не знаю, Миланочка. Мама, цветы такие. Вот это вот слива, вот это вот очень-очень вкусная. Прям такая породистая. Персики. У них был персик. В позапрошлом году еще был. Они его срезали, потому что, ну, он мелкий. Покажу. И вот это одно дерево осталось. Вот уже персики скоро будут. Персиковое дерево. Помидоров у мамы дофига в этом году. Очень много. В том году было мало. И огурцов в том году было мало. А в этом году прям помидоров очень-очень много. Вон, вы видите сами. Мама вот так их накрыла. Растут. Кабачки. Это тыква. Сейчас иду. Груша. Я уже не помню, вкусная она или невкусная, но груша такая есть. Огурчики. Идет папа, идет. И тут помидоров много. Идем. Мама уже урожай собрала. Вот такие вот у нее помидоры. Правда, не знаю, что за сорт. Но очень вкусные, вот желтые. Синенькие. Она нам сегодня с собой даст. Люда будет делать икру. Я люблю икру из синеньких. Кабачки люблю. Кабачки. Цукини терпеть не могу. Вот мне не нравится именно вкус и запах этого цукини. Вот такие вот помидорчики. Розовые. Такие вот. А этот... А лук мелкий. Вот такой вот у них лук. Мелкий очень. Люда тоже с Миланой уже поспала, проснулась. Я не спала. А что ты делала, мучилась? Ну, конечно, мучилась. Милана на меня легла. У мамы вот такой вот этот... Как это называется, Люд? Радио? Такое радио есть. Называется «Горизонт». Сливать? Да зачем сливать? Сливать не надо. Она сама сольется, сейчас мама залезет. Так, и стоил он сколько? 100. Огурчик. Люда, раньше стоил 135 рублей такой приемник. Че? Кукурузы? А я не знаю, где мама поставила. Может, ее уже и нету? Они все сидели. Может, скушали. Люда ходит, ищет кукурузу. Мы сегодня кукурузу варили. Господи, да не показывай. А что мама не разделила? Где чью? Ну, встанет, разделит. Слышишь? А. Я не вижу. Чего не видишь? Ну, съели, видно, кукурузу уже. Да как это? Ну, обычно. Там немного было. Ой, там нормально было. Ой, ну, что мы будем делать? Во сколько ехать будем? Ну, они же еще спят.
спят? Ну да, я думала, они поехали с Жанной, я схожу, мама спит. Ну они спят, мама храпака там такого дает. Да? И они, походу, недавно лягли. Машины едут кружку с сумочкой. Сумочкой дада. Дада. Сумочкой. Милана у нас говорит, не надо, а дада. Ой, ребята, я утомился уже. Дорогие мои друзья, подписчики, я устал. Я не знаю, я устаю от отдыха. Я очень устаю от отдыха. А если бы поехали куда-то отдыхать? Ты бы устал уже? Нет. Это я... В Египте, в Египте или в Турции я бы не устал. Или на... Гуа. Поехали еще. Ой, вот. Поехали. Вот. Поехали. Еще не едем. Все, собираемся домой. Мама наложила сумку. Помидоров синеньких, огурцов. А я люди говорю, будешь дома из синеньких делать, как это называется правильно? Икру. Она говорит, я не знаю, как ее делать. Никогда не делала. Очень вкусная, очень вкусная. Помидоры синенькие. Вот, вот, как у Жанны мы ели, вот такую хочу. Ну так, а я откуда знаю, по какому рецепту? Буду с интернета смотреть.